Инструкция по эксплуатации дизельного генератора SDMO G150K мощностью 120 кВт. Для запуска установки требуется для начала перевести переключатель массы в положение вкл. Далее в этот момент у вас начинает загружаться приборная панель. Вот она здесь под дверцей. Вот она загрузилась. Тут нужно выбрать язык. Вы нажимаете галочку. И потом нажимаете Escape. Все, это приветственный экран. Тут показывается уровень топлива и уровень заряда батареи, аккумулятора. Для того, чтобы запустить саму установку, вы нажимаете один раз на мануал и буквально через 5-10 секунд нажимаете второй раз. Все, установка запустится. Значит, для того, чтобы силу тока и напряжение посмотреть, используется кнопка U/V. Значит, здесь под этой кнопкой, если вы нажмете эту кнопку, покажется частота и моточасы наработка. В принципе, здесь больше трогать ничего не надо. Вот установлен основной автомат. Соответственно, под вот этой большой крышкой находится клеммная колодка, куда вы подкидываете кабеля силовые. И, соответственно, для того, чтобы потом остановить установку, вы нажимаете кнопку стоп. Порядок действий следующий. Сначала вы запускаете генераторную установку. Она работает в течение 40 секунд минуты, то есть выходит на свои рабочие характеристики. И только потом вы включаете автомат и начинаете запитывать свой объект. И обратная последовательность такая же. То есть сначала вы включаете на работающей установке автомат. Проходит секунд 30-40, он остывает, и потом вы нажимаете кнопку стоп и глушите. Для того, чтобы аккумулятор не разряжался при долгом отсутствии работы, обязательно выключайте переключатель массы, переводите в положение выкл. Таким путем. Все.